Согласно данным МВД по Республике Адыгея, в регионе участились случаи кражи из оставленных без присмотра и незапертых автомобилей. В дежурную часть полиции Республиканского центра обратился 33-летний майкопчанин. Он сообщил, что в ночное время суток из салона его автотранспорта, припаркованного во дворе дома, неизвестные похитили более 5000 рублей и банковскую карту. В другом случае сотрудниками полиции задержан 32-летний, ранее судимый житель города Майкопа. Мужчина подозревается в покушении на кражу мобильного телефона и денежных средств из автомобиля 31-летней местной жительницы. В феврале 2024 года в Республике Адыгея сотрудниками регионального МВД проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Патент». Основная цель – выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, а также работодателей, незаконно привлекающих к данной работе. За время проведения мероприятия проверено 130 объектов различной инфраструктуры. Всего к административной ответственности привлечено 70 лиц. Выявлено 91 правонарушение. Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 6 преступлений в сфере незаконной миграции.